27 сентября 2014 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на Генеральной ассамблее ООН предложил праздновать Международный день йоги. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на другой вопрос. Когда мы обсуждаем изменение климата, когда мы говорим о комплексном здравоохранении, о единении с природой, о возрасте к основам, я хочу сказать кое-что особенное в этом отношении. Йога — наш древний, традиционный и бесценный подарок. Йога символизирует баланс тела и разума, мысли и действия, достижения и самоконтроля, а также сближение человека с природой. Йога нацелена на трансформацию стиля жизни. И эти знания могут помочь нам в борьбе с изменениями климата. Йога для нас — единство и любовь, внутренний мир. Я начала заниматься йогой, и жизнь стала более яркой и осмысленной. И в Индии я начала замечать настоящую йогу, которая соединяет нас с божественным началом. Занятия йогой дают ощущение баланса, хорошее самочувствие, счастье и свободу жить полной жизнью. Поскольку все больше людей в мире начинают заниматься йогой, мы видим начало глобального изменения сознания, ведущего к более сбалансированной и гармоничной планете. Люди, занимающиеся йогой, становятся более сознательными потребителями, улучшают свои качества и заботятся о природе. Это сила йоги, которая может пойти на пользу всему миру. Давайте положим начало этому направлению празднованием Международного дня йоги. 11 декабря 2014 года ООН приняла резолюцию о назначении 21 июня Международным днем йоги. Эту резолюцию поддержали 177 наций. Это рекорд в истории ООН.